Первый ряд. Несколько неожиданно, я думаю, для себя даже сам, собственно говоря, завоевал полпозицию. Вчера Дмитрий Андреев, 33-й стартовый номер, Green Racing Team, клуб у него, зеленоградский спортсмен. Дело в том, что он только на 5-м месте у нас в итоговом протоколе. Класса суперспорт, суперсток. На 3-м месте в стоке. В спорте 35 очков, в стоке 49. Парень, но он очень грамотно распорядился вчерашними квалификационными сериями. Сумел угадать погоду, когда дождь пойдет, не пойдет. И вот так, собственно говоря, высоко будет стартовать. На 2-м месте один из лидеров сезона, Алексей Иванов. 61-й стартовый номер. Алексей Иванов — это чистый спорт, собственно говоря. У нас 90 очков у него. Он сейчас на 2-м месте формально за Крапухиным, но вот сам Крапухин достаточно далеко. Замыкает первый ряд стартовой прямой 88-й номер Владимир Воробьев, Мотодом Рейсинг Тим Москва. Воробьев тоже неожиданно высоко выстрелил в вчерашних двух квалификационных сессиях. Второй ряд, 7-й стартовый номер Павел Фомичев, Москва. 64-й Владимир Казаев, Нижний Новгород, Хром Рейсинг у него клуб, Нижний Новгород. И Алексей Битиев, 77-й номер, на 6-м месте Алексей Битиев. На 7-м месте Мария Медведева, 8-й номер Мария Медведева, лидер стока 600 в рамках РСБК. И только на 8-м месте лидер сезона Сергей Крапухин, 55-й стартовый номер, ВТ Мотоспорт. Ну, я насколько смотрел у нас лифтайминг вчера, в принципе, вот то ли какие-то проблемы с мотоциклом случились, то ли не везло с погодой именно вот здесь, у него невысокие были результаты, поэтому только третий ряд. Замыкает третий ряд на 9-м месте, 25-й старт номер, Роман Ерохин, Фрязино. Четвертый ряд у нас на 10-м месте, 11-й старт номер, Алексей Воскобойник, Королев. Ну и, собственно говоря, на 7 заканчивается. Немного у нас участников заявилось в сложных условиях. Мы на трех днях было гораздо больше у нас народа в этом классе. Ну вот, так сказать, испугались вчерашних дождей. И 10 спортсменов примут участие в объединенном заезде класса суперспорт и сток 600. Ну, собственно, то чистых спорта 2. Это Крапухин, 55-й номер, 61-й Иванов, младший, который Алексей. У нас остальные представляют класс сток 600. Кстати, женский зачет. Ну, женский зачет с уходом Илоны Сергеевой в литровый класс у нас представляет одна Мария Медведева. Но Мария Медведева у нас лидер и мужского зачета именно в стоке. Поэтому вот такие, собственно говоря, у нас события. Итак, выкатили механики генератора и готовы принять своих спортсменов в объятия. Про лидеров мы сказали. На 3-м месте в абсолюте Медведев, 59 очков. На 4-м Корзаев, Нижний Новгород, 42. На 5-м Дмитрий Андреев, вот, лидер квалификации, 35. Ну а в классе сток 600, суперсток 600, Медведев лидер, 91 очко у него в активе. Корзаев на 2-м месте, 65. На 3-м месте Андреев, 49. На 4-м Морозов, Алексей Морозов, московский гонщик, 91 номер, 45. На 5-м Павел Фомичев, 7-й стартовый номер, 38. Фомичев на второй ряд открывает у нас. Он достаточно неплохо расположен в старте. В прошлом году у нас в этом классе победил Антон Еремин. Он до последнего этапа, вот здесь же он оформил свою победу. Иван Горев лидировал. Мы помним, было падение Антона Еремина, были разбирательства судейской коллегии, собственно говоря, кто прав, кто виноват. Там в итоге у нас, ну, посчитали это гоночным инцидентом, никаких наказаний не было особых. Но оба эти гонщика, и Еремин, и Горев, в этом году перебрались в старший класс. Но, правда, Горев выступает успешно. У Антона в самом начале сезона травма, причем даже не на мотоцикле, а на BMX, на велосипеде была. И вот, собственно, он на одном этапе участвовал, только лишь на этапе в Казани в начале августа. Дима, скажи, пожалуйста,
Ты доволен результатами своего сезона? Ты сейчас занимаешь по итогу 3-е место. Ты вообще вот своей вот этой гоночной карьерой довольно такой резко и доволен собой, доволен? Да, у нас были менее грандиозные планы, я очень рад сейчас занимаюсь. Мы тоже за тебя очень рады. Ты из команды Green Racer и едешь вместе с Денисом Булином. Но Денис Булин едет в Стокгольм. Ты считаешь, у вас как время как-то похоже, да? В следующем году он, наверное, уже перейдет в стоковый класс. Думаю, что да, я уже это говорил. А девушка твоя поддерживает твое увлечение мотоспортом? Да, она тоже заядлая мотоциклистка. А она будет ездить в гонку, как ты думаешь? У нас такие разговоры ведутся, я думаю, что я не против. То есть, возможно, в следующем году мы увидим вас вместе на старте. Спасибо, удачи тебе. Мы сейчас видим команду Алексея Иванова и его девушку Василису. Алексей еще не приехал на стартовую решетку, но мы сейчас спросим у Василисы, зададим ей пару вопросов. Мне очень интересно узнать, каково это быть девушкой мотогонщика. Я с тобой поговорю. Конечно. Скажи, пожалуйста, какие эмоции у тебя вызывает мотоспорт? И вообще вот быть девушкой мотогонщика, ты кого-то гордишься, Леша? Я горжусь, и многие спрашивают, вот же это очень страшно, а вдруг что случится? Я говорю, да я как-то уже, наверное, привыкла. Главное, чтобы доехал и вернулся обратно в бокс. Да, ну, наверное, лучше думать всегда о хорошем. И как-то просто ты его очень хорошо поддерживаешь, ты действительно так ты вот рядом с ним всегда находишься, и мне кажется, это дает ему силы. Безусловно, и если я не приезжаю, он для меня ругается. То есть ты всегда обязана быть на гонках. Конечно. А ты сама не думала ездить на мотоцикле? Ой, нет, вот это я боюсь. А Леша, машину-то водить страшно, что же говорить про мотоциклы. А Леша не ехать по городу? Нет, не ездит. А если бы он ездил, ты бы с ним ездила вторым номером и тоже бы боялась? Я бы вам запретила ездить по городу. Ага, ясно, это выход. Хорошо, спасибо. Сейчас я попробую поговорить с Лешей. Они что-то выясняют с командой. Может быть, какие-то последние настройки. Вчера мы говорили о том, что после падения, видимо, у Леши какие-то были неполадки технические. Может быть, столкнулась траверс или что-то в этом духе, но ее нужно были заменить. Потому что сейчас не лучший момент это выяснить. Я думаю, что мы, наверное, пройдем просто дальше по стартовой решетке и подойдем, когда будет возможно. Номер 88, Владимир Воробьев, это пилот команды «Мотодом». И в этой команде едет Антон Еремин, который сейчас едет в мире, в европейском чемпионате. И Владимир очень хорошо квалифицировался по этой сложной погоне. Привет, Володя. Скажи, пожалуйста, как ехать? Вот ты же не на дожде едешь, ты едешь на сухой резине, правильно, сейчас? Да, сейчас едем на сухой резине. Скажи, а вот ты ездил по треку, он сейчас сухой или сухой и влажный? Ну, очаги влаги есть еще, причем на выходе. Будем ехать осторожно. Скажи, а как нужно, вообще, как ведет себя мотоцикл и как ты выбираешь дорогу? Вот, у меня что-то, ты ищешь сухие участки. Ты все время думаешь о том, какое под тобой покрытие? Я бы это не думал, я бы не думал. Хорошо, удачи тебе. Ты хорошо квалифицировался, на хорошей позиции, мы тебя верим. Пообщались. Номер 7 это Фомичев Павел.
И я бы хотела спросить у него, смотрит ли он мировой супербайк. Павел, привет, скажи, пожалуйста, ты смотришь мировой супербайк? Смотришь какие-нибудь соревнования, MotoGP, может быть, тебе интересно? Бывает свободное время от тренировок. А это каким-то образом помогает пилотировать мотоцикл в российском супербайке? Да, можно там посмотреть, делать профессионалы. Вы поддерживаете Пашу, да? Да, конечно. И мы поддерживаем. И Денис тоже поддерживает. Большая группа поддержим сегодня. Да, 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 я вижу. Да. Да. Молодцы. Удачи. Дальше на стартовой решетке нижегородская команда. Они гости на этом треке, у них есть трофейный новый, в котором они очень быстро едут. Но Владимир Концаев, пилот команды Chrome Racing, едет быстро, по-моему, везде. Я хотела у него уточнить. Володь, ты зимой что делаешь, вот когда в межсезонье? То есть ты не ездишь в Европу или не ездишь? А может быть, ты ездишь в своей школе в Нижнем на мини-мод или на битбайке? У вас хорошо развивается проект Академии. Расскажи немножко. Зимой там у себя в автодроме снимут. Так планируем выигрывать память. А сейчас все открыли трассу суперкросса, и еще занятия. То есть вы хотите и мотокроссовую школу тоже открыть? Вот такое расширение, да, планируется? Да. Очень интересно, удачи вам в этом. Удачи. Я хочу Сергею задать тоже короткий вопрос. Сергей раньше ездил, это тоже из-за нижегородской команды. Сейчас он технический директор. Технический директор команды Chrome Racing, но, возможно, он тоже будет ездить в гонку в следующем году. Сереж, ты же будешь ездить в гонку в следующем году? Да, поживем, увидим, пока не могу отдать, то есть, 100% ответ. Ну, я знаю, ты хочешь. Ну, естественно. Попробовав один раз это, потом сложно отказаться. То есть, это навсегда? Наверное. Спасибо. Мария Медведева, очаровательная пилотесса команды Matrix Racing, которая очень успешно ездит весь сезон, и за которую, конечно, болеет не только прекрасная половина человечества, но и ребята, которые едут, очень поддерживают Машу тоже. И вот мы видим Данила из той же команды, что и Маша, из Matrix Racing. Рядом с ней и Елена Курочка. Елена Курочка, пресс-лицо команды. Расскажи, пожалуйста, у вас по итогам сезона вы очень успешно шли. Ты довольна прогрессом? Очень довольна. Мы довольны успехами, которые делает Маша. Очень довольна нашим коллективом в этом году. Мы надеемся на победу и сейчас. И желаем победы всем. Главное — удачи, успеха и главное — доехать. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Нам пора покидать стартовую решетку, и мы увидимся на процедурном награждении. Генанца Паглу, трехкратный чемпион, собственно, Ванденмарк, лидер сезона. Жюль Клузель, парень, который ездил и в MotoGP, собственно говоря, и сейчас выигрывает этапы в World Superbike с тем же Кевом Когланом, собственно говоря. В прошлом году кто бы сказал, что он может с ним побороться, а сейчас он делает это на мировых трассах. Поэтому, наверное, вот это сказалось. Итак, покинули у нас Гридьолс, покинули механики, стартовую решетку, и мы сейчас увидим старт прогревочного круга класса Суперспорт Сток 600. Кстати, с целью у нас некоторого удешевления класса, вот, допустим, эстонцы, они не проводят суперспорт. У них Сток 600, Роки 600, любители, собственно, руки, они называют Руки 600. В общем-то, как бы чистых спортов нет. У нас этот класс до прошлого года был самым малочисленным для того, чтобы вообще стартовали. Минута до старта прогревочного круга. Соответственно, его добивали стоками. Получается, что многие гонщики ездили в двух классах. В этом году решили заезды объединить. Ну вот сейчас, скажем так, не аншлаг, но тем не менее до 20 спортсменов на стартовой решетке у нас по отдельным этапам были. Это шестой этап номинальный. Первый этап прошел на Казань-ринге в мае. Пиарный этап в Эстонии не состоялся. Но он состоялся как чемпионат Эстонии, чемпионат Прибалтики. У нас финны там участвовали.
Второй этап был на трассе Энринг в Нижнем Новгороде, третий этап в Нижнем Новгороде, но он четвертый по порядку, пятый этап в Казани в начале августа, две недели назад. И вот заключительный этап Moscow Raceway, Волоколамский район Московской области, принимает сильнейших гонщиков страны, шоссейно-кольцевых. Итак, поехали, прогревочный круг. Зеленые огни светофора сигнализируют о том, что вот Иванов и Андреев у нас на трассе прогревочного круга. Сейчас главное не напортачить, в общем-то, не напортачить еще на старте, потому что это же не стартовая машина. Здесь бывают фальстарты. Мы видели фальстарт в исполнении Максима Аверкина, собственно говоря, в новой команде BMW. Он совершил фальстарт на Энринге. Он сам понял это дело, махнул так рукой в сердцах. Ну вот, как бы его за это пенализировали. Так что даже опытнейшие гонщики, многократные чемпионы страны, в общем-то, подвержены таким вещам. Итак, идет прогревочный круг на трассе под седьмым номером Павел Фомичев, Москва. Восьмой номер Мария Медведева, Матрикс Рейсинг, Москва. Одиннадцатый стартом Алексей Воскобойник, Королев, Московская область. 25-й номер Роман Ерохин, Фрязино, Московская область. 33-й стартовый номер Дмитрий Андреев, клуб у него Green Racing Team. Парень из Зеленограда. 55-й стартовый номер Сергей Крапухин, его команда РВТ Мотоспорт, Москва. 61-й номер Алексей Иванов, ДОСАФ России. 64-й Владимир Корзаев, Home Racing, Нижний Новгород. 77-й стартовый номер Алексей Битиев, Балашиха, Московской области. И номер 88 Владимир Воробьев, Мотодом Рейсинг, Тим Москва. Итак, закончился прогревочный круг класса Суперспорт 600, и сейчас мы увидим, собственно, сам старт. Гасом светофоры старт! И, похоже, Андреев лучше... Ох ты, падение на старте! Иванов! Это не Иванов. Итак, Андреев, холл-шот. Холл-шот у нас... Иванов едет. Итак, буквально на старте, буквально у нас нет Иванов, упал у нас в борьбе. Крапухин в районе четвертого места, да, осложнил себе Алексей, здорово, в общем-то, здорово. Вообще, сумеет ли он поехать или нет, и сумеет ли догнать, и не будет ли потери скорости, не пострадал ли мотоцикл в этой истории. Итак, холл-шот в исполнении Дмитрия Андреева, Green Racing Team, Зеленоград, у нас. Парень очень здорово, он у нас пятый в суперспорте, 35 очей, третьим в стоке, 49 очков у него в активе. Но он просто великолепно выступает вот в этих сложных условиях сейчас. Итак, Крапухин уже второй. Крапухин уже второй, в отсутствие основного конкурента спортовского, Сергей Крапухин, в общем-то, сверлит дырку под очередной у нас, наверное, чемпионский титул. Я до конца не видел, повтор будет, не будет у нас, собственно говоря, по интернет-телевидению, что там произошло, но, в общем-то, был завал, то есть, фактически, Иванов не очень быстро стартовал, взяли в коробочку два гонщика с двух сторон, был контакт. Может быть, какие-то будут судейские решения по этому поводу, но вряд ли это, собственно говоря, гонка не была остановлена. Медведева, кстати говоря, Медведева сейчас выбивается, похоже, на третье место. Мария у нас, она тоже поучаствовала. Желтые флаги у нас на линии финиша. Итак, Андреев,
Петиев у нас первый, кстати говоря, уже Крапухин, Андрея уже оттеснили у нас куда-то достаточно далеко, на пятое место вот он потерял. Итак, Алексей Бетиев, 77-й стартовый номер, балашихинский спортсмен, у нас сейчас возглавил заезд после первого круга. Крапухин проигрывает ему 1,7, Медведев 4,3, она идет на третьем месте, и Павел Фомичев, собственно говоря, столько же, 4,3. Андреев идет пятый, все-таки не хватило скорости ему по сравнению с более быстрыми спортсменами. Корзаев шестой и, в общем-то, собственно говоря, не участвует сейчас в гонке. Лидер сезона Алексей Иванов, ДОСАФ России. Ну, один из лидеров, у них по 90 очков было после вот этого предыдущего этапа, перед заключительным этапом у Сергея Крапухина. Но, учитывая, сейчас Крапухин идет на втором месте, и я не думаю, что он, собственно говоря, на нем остановится. Все-таки Бетиев гонщик. Хотя Бетиев лучший круг, минута 38-86 сейчас показал в гонке. И продолжает лидировать, кстати говоря. Но, с другой стороны, задача минимум для Сергея Крапухина сейчас приехать там, я не знаю каким, например, да, там хоть в очковой зоне, хоть последним в очковой зоне. Поэтому, может быть, он и не будет форсировать. Итак, Алексей Бетиев лидер. Причем он лидер как в классе суперспот, так и он едет в суперсток 600. Лидер уже в двух зачетах. В спорте он был восьмым, 22 очка, в стоке шестым, 29. Поэтому он сейчас отыгрывает очки у лидера стока Марии Медведевой. На четвертом месте Фомичев, семерочка. Итак, второй круг заканчивают парни. Бетиев лучший круг для себя. Крапухин, но, кстати, он медленнее. Бетиев показал минуту 52.23, Крапухин минуту 52.381, и у нас и остальные медленнее. Медведев 53 с хвостиков, Фомичев 53.8. Корзаев обогнал Андреева. Андреев, собственно, проваливается у нас. Не помогло у нас. Ну, я уже говорил о том, что завоеванное место вчера у него было несколько случайным, потому что было две сессии, которые проходили в разных походных условиях, с периодически начинающимся дождем, поэтому скорее он угадал именно с временем прохождения лучшего круга и оттеснил того же Крапухина на восьмое место. Но Крапухин уже сейчас второй. Ну а не повезло на старте у нас Алексею Иванову, команда ДОСАФ России. Это молодой 22-летний спортсмен из Одинцова. Серебряный призер у нас класса суперспорт прошлого года. Бронзовый призер суперспорта 400-2008. Участник чемпионата Испании класса Мото-2 и так далее, и так далее. Но этот парень в гонке уже, к сожалению, у нас не участвует. Итак, 77-й номер Бетиев, 55-й Крапухин, 8-й Медведева, семерка Фомичев. И на пятом месте 64-й номер Владимир Казаев, Нижний Новгород. Казаев проигрывает 7 секунд сейчас лидером. Крапухин проигрывает 2 секунды Бетиеву. Гонка продолжается, 16 кругов, 14 у нас, собственно говоря, осталось. Даже уже меньше в исполнении лидеров, уже меньше. Телевизионная камера HDXtreme.ru ведет нам лидирующую группу. Там идет борьба, серьезная борьба за четвертое уже место. У нас, ну, к сожалению, с такого расстояния не приблизило нам камера, я не увидел номера. Но, тем не менее, Бетиев медленнее. Ну и Крапухин медленнее. Вот то, что, о чем говорил. Корзаев, кстати, прошел Фомичева. Нижегородский спортсмен на четвертое место переместился. Итак, на втором месте 55-й стартовый номер Сергей Крапухин, РВТ «Мотоспорт Москва». Шестикратный чемпион страны в этом классе суперспорт 2011, 2010, 2009, 2006, 2005 и 2004. 10 лет он, в общем-то, последние два сезона. У него неудачные последние два сезона. Сергей – вице-чемпион Германии, призер этапов чемпионата Европы, других различных серий IDM, немецкой серии, все. Ух ты, падение Крапухина! Вот это да! Вот это да! Ну что у нас сегодня лидеры? Лидеры устроили? Или это не Крапухин, просто синий комбинезон? Да, ребят, это Крапухин.
он просто уже как бы даже круговой попадал перед ним или кто-то. У нас он неудачно оттормозился. Ну, сейчас компьютер нам покажет, собственно говоря, так мы идут повторы. Идут повторы. Во всяком случае, Битиев упал. Битиев упал у нас первый, что спровоцировало падение сзади идущих гонщиков. Итак, телевизионная камера показывает площадку фигурного вождения маленьких мотоциклов, мини-мото. Малыши развивают скорость 120 км в час. Итак, новый лидер у нас Андреев, Медведева и Фомичев Павел. Вот так неожиданно у нас сложилось оба спорта. А вот сейчас даже интересно, если, собственно говоря, Карпухин едет. Карпухин едет, и вот то, что я вам говорил про какие-то очки, сейчас работает в его пользу. Но дотянет или нет, но он на четвертом месте, отстает он на 12 секунд практически. Но, собственно говоря, программу минимум, скорее всего, да, не он был. Медведев падает. Ох ты, Маша Медведева упала. Она держала даже сцепление. Поднимает мотоцикл! Мария поднимает мотоцикл на невидимой части для зрителей трассы. Подбежали у нас, подбежали флагмаршалы у нас для того, что Мария пытается запустить двигатель. Итак, Медведев уже не на втором месте, а тоже непонятно на каком. Повтор падения идет у Марии. Телевизионная камера позволяет это сделать. Мы видим полосы на асфальте, не пострадал ли мотоцикл. Там цела ли, это правая сторона, собственно говоря, целы ли органы управления, подножка и так далее. Ну, вообще сегодня, конечно, серьезно. Видимо, вот то, что мы говорили, холодная трасса, раз, мокрая местами трасса, два. И вот попытки обгонов, соответственно, Медведев боролась с Андреем уже за первое место, ни много ни мало в этом заезде, и она его утратила. Но она остается лидером женского зачета, при том, что ей удастся финишировать, пока еще она круг не пересекла. А так Андреев вновь в лидерах. То, что мы сказали, что он у нас проваливается, не держит скорости. Но, тем не менее, Дмитрий Андреев, видели квалификации, Рейнмен, вот он именно как раз приспособился к такой трассе лучше всех. Выиграл вчера квалификацию и сейчас едет первым. Хотя, конечно, если у Крапухина с мотоциклом все в порядке, он может быть. Хотя на предыдущих кругах у нас Сергей особо не боролся. Не боролся с Дмитрием за лидерство. Итак, Андрей Фомичев на втором месте. Павел Фомичев, седьмой номер. И они оторвались намного. Фомичев полторы секунды проигрывает сейчас. Кстати, Павел идет быстрее Дмитрия. На третьем месте Роман Ерохин, но он 17 секунд проигрывает и идет медленнее. На четвертом месте Воскобойник. Алексей Воскобойник из Королева, 11 стартовый номер. Он проигрывает 2,7, осталось 11 кругов до окончания. Воробьев, похоже, сошел у нас, 88 стартовый номер. Владимир Воробьев, который тоже очень здорово вчера квалификацию прошел, но по скользкой трассе. И Битиев никак не может выбраться из гравийной ловушки в зоне безопасности. Остановил 77 номер. Парень здорово шел, но вот в борьбе утратил лидерство. Итак, 33 номер Андреев, семерка Фомичев, 25 Ерохин, 11 Воскобойник, 64 Корзая. И Крапухина-то мы не видим опять. Крапухина мы не видим опять. Может быть, все-таки повреждения мотоцикла имели место быть. А вот сейчас интересно получается в такой ситуации. Он сколько-то кругов прошел, будет он классифицирован, нет. Вот я при том, что у них одинаковая сумма очков с у нас с господином Ивановым Алексеем Владимировичем получается. Но это уже судейское решение будет. Он все-таки проехал энное количество кругов. Сергей проехал у нас 4 круга.
Так что пятеро гонщиков осталось из десяти, половина. На трассе вот сейчас Дмитрий Андреев заканчивает шестой круг. Нет, Фомичев. Семерка Фомичев. У нас смена лидера. Вперед вышел Павел Фомичев, московский гонщик. У нас парень пятый в стоках. 38 очков, седьмой в спортах. Роман Ерохин на третьем месте. Итак, Андреев сейчас второй, Фомичев впереди. Андреев второй, Ерохин третий. Воскобойник четвертый. Да, похоже, проблемы возникли у Сергея Кропухина после падения, и он не смог, к сожалению, гонку продолжить. И будет решение за судьями. Это я имею в виду, конечно, весь чемпионат. Ну, я так понимаю, сегодня будут награждаться призеры и победители этапа. Поэтому чемпионат будет отдельно награждаться. Торжественная процедура будет проведена в конце года. У нас, как это обычно происходит. Ух ты, еще одно падение. Ну, что ты будешь делать? Может быть, у нас... Или это повтор? Как бы вроде прямой эфир показывают телевизионщики. Так, на дальнем камере мелькнуло, кто-то еще прилег. Итак, седьмой номер Фомичев, 33-й Андреев, 25-й Ерохин, 11-й Воскобойник и 64-й Корзаев. Пятеро гонщиков в строю. Медведева, Кропухин, Битиев, Воробьев уже не участвуют. И, похоже, Иванова выпустили у нас. Вот это уже интересно. Судя по цвету комбинезона, я смотрю, что... Вроде бы как Алексей на трассе. Итак, лидер Павел Фомичев, седьмой стартовый номер, московский спортсмен. В общем-то, здорово улучшит свое положение турнирной таблицы. Вот сейчас он заканчивает круг в гордом одиночестве. Как бы не Андреев у нас упал. Нет, Андреев вот он. Просто... Да! Это, скорее всего, Дмитрий упал. И Роман Ерохин выходит на второе место. 25-й номер Роман Ерохин из Фрязино. Призер, он Кубка МФР у нас, компьютер двигает у нас вниз Дмитрия Андреева. Итак, Роман Ерохин, 25-й номер на втором месте, 11-й Воскобойник, Алексей Воскобойник из Королева. Ну, кто бы мог подумать о таком подиуме, в общем-то, вот класса суперспорт и сток, три стока впереди. И ребята, которые, в общем-то, звезд с неба не хватали. А вот сейчас самое интересное, сейчас объявления по трансляции идут. Там были объявления, кто-то кого-то дорогу перекрыл. Так вот, смотрите, Алексей Иванов, 61-й, упавший на старте, сейчас прошел свой первый круг. Он занял у него 15 минут, но тем не менее он занимает сейчас 10-е место. И если ему удастся, собственно говоря, накрутить энное количество кругов, у Кропухина их было 4 в исполнении Кропухина, то он у нас будет победителем. Поэтому вот сейчас, собственно говоря, выпустили, понимая это дело, выпустили Алексея Иванова. Видимо, были проблемы с мотоциклом после падения. Механики сумели оперативно их осуществить. Итак, Алексей Иванов, да, он 7 кругов проигрывает вот сейчас лидеру, ну, фактически 6, собственно говоря. Сейчас посмотрим на скорость, потому что 15 минут, это понятно, что просто отсчитали от старта гонки. И вот то время, когда лидеры 7 прошли. Соответственно, сейчас лидеры 8-й заканчивает круг у нас. Но, в общем-то, существует потенциально правило
вот, количество кругов прошедших, будет он классифицирован, нет, но в любом случае, если он сейчас продержится на дистанции в строю до финиша, а Крапухин не выйдет, то, то в этом случае он может стать победителем. Ну, по моим подсчетам, информация комментатора, она как бы не является официальной. Судейская коллегия, Игорь Дмитриев, главный судья соревнований у нас, в общем-то, председатель Всероссийской коллегии судей, соответственно, Мотоциклетной Федерации России, то есть у нас судейская коллегия квалифицирована в этом вопросе, они, в общем-то, этот вопрос будут решать. Итак, семерка Фомичев, 25-й стартовый номер, Роман Ерохин, 11-й Алексей Воскобойник, 64-й номер, Владимир Корзаев, 33-й Дмитрий Андреев, все-таки компьютер его держит у нас сейчас. Но возможно, что, да, он держит на круг и просто... А едет Андреев. Сейчас посмотрим на его отставание. Да, он проигрывает минуту 40, почти минуту 38 с копейками проигрывает у нас Фомичеву, но он едет. И это очень важно, собственно говоря, потому что это повлияет на распределение мест в суперспорте, на распределение места, во-первых, оба суперспорта уже однозначно у нас вряд ли наберут большое количество очков, но если там за 10 место. Итак, Фомичев. 9 круг заканчивает, 7 кругов осталось. Пошла вторая половина дистанции. Но мы понимаем, что в этом заезде загадывать что-то бесполезно. Может быть, даже, кстати, сейчас Супербайк и Сток Тысяча, они какие-то внесут коррективы с подбором резины. То есть, может быть, все-таки надо, не знаю, на какой-то промежуточной резине идти. На сликах выехали, и мы видим падение. Половина. Ну, один у нас ушел на старте, собственно говоря, вот, и я не думаю, что Алексей Иванов сам виноват в этом, скорее всего, вот там более гонщики, которые с двух сторон подтолкнули его, но я так понимаю, что ВКС, коллегия судей у нас будет смотреть, у нас КСК, коллегия спортивных комиссаров будет смотреть вот на повтор именно этого столкновения на старте. Может быть, какие-то будут еще и по этому поводу судейские решения. Итак, Алексей второй круг заканчивает. 2.04. Да, у него время не очень, не очень. Но я так понимаю, и резина не прогрелась еще у лидера. 2.02.5. Ерохин сейчас самый быстрый гонщик на трассе. 2.00.139. Роман идет на втором месте сейчас. Ну, Алексей Иванов явно, конечно, вот он оглядывается, сейчас телевизионная камера нам его приближает. Он, в общем-то, надоест будет, поэтому я не думаю, что он, понимая, что он не отыграет, там 6 кругов у лидера, он отстает на 6 кругов. И задача ему накрутить. Вот сейчас он прошел 3 круга, а Крапухин прошел 4 до падения своего. И, соответственно, сейчас уже Иванов на следующем круге сможет опередить Сергея. Во всяком случае, ему удастся финишировать, а Сергею нет. Ну, может быть, понимая это, команда Сергея Крапухина сейчас постарается выпустить своего подопечного. Но если они это планируют, то это надо делать в самое ближайшее время. Итак, Фомичев, Ерохин. А, кстати говоря, смотрите, что творит Роман Ерохин. Он сейчас самый быстрый на трассе. Он резко сокращает отставание до лидера. Роман Ерохин прошел минуты 58.942. Это почти лучший круг. Вот до падения Битиева у него был более быстрый. У Воробьева там еще был круг более быстрый. Но они оба уже в гонке не участвуют. Итак, 25-й стартовый номер. Роман Ерохин из Фрязино, который достаточно далеко у нас, вот сейчас на 9-м месте в стоке, на 10-м месте в спорте, 22 и 18 очков у него соответственно. Ну, парень был призером класса Stock Open, у нас Кубка Мотоциклетной Федерации России 2012 года. Ну, вот в прошлом году не участвовал в чемпионате, в этом году вернулся в РСБК, вернулся уже на ранг выше, уже в класс Суперсток 600. И вот сейчас он борется ни много ни мало за лидерство. Итак, спонсор соревнований компания Liquimoly, производитель моторных масел для различных видов мототехники. Uh,
информационные спонсоры соревнований: телеканал «Москва-24», интернет-канал «Москва-24», радио «Такси FM», мотопортал «Мотоньюз.ру», телеканал «Автоплюс» и «Форсми», агентство анонсов. Ну, Иванов сейчас уже на 8-е место переместился в отсутствие Крапухина и Медведева. Может подняться еще выше. Он прошел те же 4 круга. 2.01.715. Постепенно он идет быстрее. Но обогнать, кроме отсутствующих Крапухина и Медведева, вряд ли ему что-то. По скорости он может обогнать, но вот наверстать это количество кругов. Итак, Роман Ерохин. Преодолел сейчас линию финиша. Отставание Романа Ерохина от Фомичева. 942 тысячных секунды. Менее секунды. Итак, все, Ерохин догнал Фомичева. Я не побоюсь прогнозировать. Он на этом круге уже обгон совершит. Итак, Роман Ерохин, Фрязино, Московская область. Вышел уже, похоже, в лидеры. Вот камера сейчас показывает заезда класса. Ну, фактически спорты, ну, едет в единственном числе Суперспорт Суперсток 600. В этом году у нас RSBK International проводится по новому формату. Все, Иванов опередил Крапухина и Медведева. Им, забегая вперед, Иванов чемпион Суперспорта при таком раскладе, если только ему засчитать. 5 кругов он преодолел и показал свой лучший круг. Минута 58.332. Это третье время по ходу гонки. Ну, как я уже говорил, в принципе, надо просто максимальное количество кругов навертеть у нас и увидеть клетчатый флаг, который во всех технических видах спорта означает финиш. Да, получается, по-разному сложился заезд для лидеров спорта Иванова и Крапухина. Крапухина, я думаю, тоже постарались бы выпустить, но то ли он застрял где-то на дальних рубежах и не смогли эвакуировать его, то ли фатальные были повреждения после падения. Но, тем не менее, Сергея не смогли выпустить гонку, а Иванову удалось после проблем на старте. Итак, Ерохин-Фомичев, между ними 654 тысячных. Сейчас оба показали хорошие круги, но Ерохин лучший для себя. Минута 58.073. Итак, Роман Ерохин, новый лидер класса Суперспорт Сток 600. Фрязинский спортсмен, призер Кубка МФР. У нас сейчас не проводится уже Кубок МФР, начиная с прошлого года, в классе Сток Open. Раньше отдельно был Кубок России, Кубок Воскобойник на третьем месте у нас уже как бы закрепился. Алексей Воскобойник, королевский спортсмен. 12-й он был в прошлом году в классе Суперсток 600. В этом году 8-й в стоке, 11-й в спорте. Но сейчас он приличное количество очков тебе добавит. Я думаю, эти позиции резко. Андреев уже круг проигрывает этим парням у нас. И на 5-м месте Дмитрий Андреев находится. Ну, тоже, в общем-то, гонка по-разному складывается. Он у нас и полидировать успел, и опять полидировать после падения. И сам упал. И вот, собственно говоря, с 1-го на 5-е место. Я не думаю, что он, конечно, с 1-е место отстоял бы. Но, тем не менее, круг явно Ерохину не проиграл по скорости. Итак, 4 гонщика в одном круге. 25-й номер Ерохин, 7-ка Фомичев, 11-й Воскобойник и 64-й номер Владимир Корзаев. Нижегородский спортсмен. На 4-м месте Владимир Корзаев. 4-м был в прошлом году в этом классе. 5-м в сезоне 2012 года. Сейчас 2-й в стоке. И, кстати говоря, ребята, он уже не 2-й, а он 1-й. Потому что у него было 65 очков. Медведева не едет, в общем-то. И я так понимаю, что он сток-то у нас и выиграет. Хотя, может быть, я забегаю вперед. У Медведева 91 очко. У Корзаева 65. Нет, я забегаю вперед. Наверное, все-таки хватит очкового запаса Марии, которая завоевала на этапах. Два этапа Казань-Ринг, два этапа Н-Ринг, собственно говоря. Три круга осталось, даже уже не полных три круга спортсменам находиться на трассе. Ну, Алексей Иванов теперь занял 6-е место.
отставая на 6 кругов от лидера. Воскобойник проигрывает 34,5 секунды, 2.00794, но он идет в районе 2 минут с хвостиком, вот у него хороший, лучший круг гонки у Ерохина, минута 57.612, но это его, правда, лучший круг, потому что Иванов сейчас уже быстрее идет, 56.511, а Воробьев в начале гонки показал минута 54.529, но он и упал по этому поводу, пройдя три круга, поэтому, наверное, Владимир Воробьев, Матадом, у нас перестарался немножко. Хотя мы видим, что, собственно, ошибки были у многих спортсменов. Даже Медведева упала, Крапухин. Ну, Крапухин как бы был спровоцировано падение Алексея Битиева. Алексей Битиев был наиболее активен в начале заезда. Вот у него как раз лучший круг 52-230 был. Но вот сейчас он, к сожалению, он попал в гравийную ловушку, пытались у нас Лохмаршину помочь вытолкать, ну, то ли не завелся мотоцикл, то ли что-то, в общем, он сошел. Итак, кстати, сейчас будет процедура награждения. Класса. Сток, 600 и суперспорт. Это одни и те же трое. 25-й, 7-й и 11-й. Ну, если ничего не произойдет. Потому что мы видим, кто-то замедлился. Еще кто-то замедлился у нас из спортсменов. Ну, неужели это не конец? Наберем ли мы на подиум? Итак, Ерохин-Фомичев. Ерохин-Фомичев в гонке на предпоследнем круге. Пять с половиной секунд между ними. Я так понимаю, что Фомичев уже тоже событие. Воскобойник на третьем месте. Воскобойник лучший для себя круг. 2.00359. Да, это не те быстрые секунды, которые конкуренты показывали. Но этого вполне достаточно. Итак, Роман Ерохин. Кто бы мог в начале, вот когда интервью брала у нас Наталья Федорина, вот это спрогнозировать, да, собственно говоря. Ну, хороший парень, там, в общем-то, там 35 лет, гонщик, собственно, опытный, призер Кубка МФР. Но в таком составе Крапухин, Иванов, даже Медведева, который в дождевых гонках выигрывал в этом сезоне, в общем-то, вот эти. То, что Роман у нас, спортсмен из Подмосковья, сумеет в таком составе полидировать. Но тем не менее, вот это так. Правда, остались еще у нас... Остался один круг. Ну, во всяком случае, судья финиша уже готовит клетчатый флаг. Группа поддержки. Сейчас Ерохин... На последнем круге, last lap, в исполнении 25-го номера Романа Ерохина и семерки Павла Фомичева. Фомичев тоже, я думаю, на подиуме будет от радости прыгать у нас. Ну и воскобойник, третье место воскобойника, тоже лучший результат, наверное, не только в сезоне, но и в карьере, получается, вот для этих парней сейчас им светят. Но, с другой стороны, это закономерная вещь, потому что победа достается сильнейшим. Дело в том, что вот скользкая трасса, и, я так понимаю, переоценили возможности свои не только у нас гонщики тихоходные, но и спортсмены опытные, многоопытные. Воскобойник еще быстрее для себя идет он. На пределе своих возможностей. Фомичев, кстати говоря, сейчас чуть быстрее Ерохина, но я не думаю, 5,4 отставания за один круг, оно вряд ли отыгрывается уже. Я так понимаю, у нас с рукой машет своим болельщиком лидер. Кстати, у нас будет автограф-сессия, перерыв, и зрители могут пройти на питлайн, получить автографы своих кумиров. Я думаю, это достаточно актуально. Ну, уже на
питлайн собралась, наверное, вся команда у нас. Вот Корзаев Владимир на четвертом месте пошел на посты. Андреев круг проигрывал, я так понимаю, на круг он финиширует позже. Итак, телевизионная камера ведет нам лидером. Роман Ерохин, 25-й стартовый номер. Роман Ерохин, Фрязино, Московская область. И вот он, победитель! Итак, Роман Ерохин. Он сделал это. Вторым финиширует седьмой номер Павел Фомичев. Павел Фомичев, московский райдер, добавляет себе львиный. Он заработал сейчас такое количество очков, которое не было за все этапы, наверное. Итак, Андреев Дмитрий, 33-й номер, в итоге пятым финишировал. Ждем воскобойника Корзаева. Уже мы привыкли к флуктуациям, изменениям в этом заезде, поэтому может что-то и поменяется. Итак, Иванов, ну, шестой, понятно. Воскобойник третий. Все, тройка призеров у нас, тройка призеров определилась. На дистанции. Итак, Иванов Алексей, вот после неудачи на старта мы его фактически сбросили со счетов, а он тем не менее на шестом месте закончил. Да, он прошел 10 кругов, на 6 кругов меньше лидера, но я так понимаю, все равно он опередил Сергея Крапухина, который в итоге прошел только 4 круга и классифицирован на восьмом месте без финиша. Так, Владимир Корзаев у нас гонщик из Нижнего Новгорода, мотоклуб Хроб Рейсинг, 64-й номер, заканчивает заезд на четвертом месте. Вот очень драматично у нас закончился заезд. Из 10 спортсменов в итоге пятеро у нас по тем или причинам сходили. Один вернулся, Алексей Иванов. По моим подсчетам, это чемпион RSBK International этого года. Но, тем не менее, отдадим слово у нас все-таки судьям по этому поводу. Лучший игрок гонки, в итоге, подведем итоги, показал Битиев, Алексей Битиев. Это был второй круг, минута 52-23, в общем-то, ну и фактически на четвертом круге он упал. Итак, сейчас нас ждет процедура награждения. Суперспорта и 100-600 будет награждение РК.
Эркап любители, ребят, тоже подходите на пидлайн, все призеры на второй этаж, поднимайтесь. Ну и давайте, ребят, мы немножко из графика чуть выбиваемся на минуту, повеселее, повеселее. Я понимаю, там переполняет эмоции, но тем не менее. Повеселее отправляем сюда, ребят, на подиум. Раз, два, три. Ну что ж, дорогие друзья, запишется заезд класса Супер Спорт. Это 600-кубовый мотоцикл. Мы все стали свидетелями очень интересного заезда. К сожалению, состоялось вот много, естественно, повлияли на тот результат, который пилоты заработали по итогам этого заезда. Ну а перед тем, как у нас состоится награждение в классе РСБК, мы участников класса Эркап, которые выступают в зачете любителей. Как вы прекрасно знаете, сегодня здесь на трассе Москвы РСВ проходит уже второй заключительный этап соревнований. И, конечно же, победителей мы будем награждать не только по итогам второго этапа, но и по итогам сезона 2014 года. Мы хотим сообщить, что подведение итогов состоится чуть позже. То есть по итогам двух этапов соревнований мы наградим в рамках награждения пилотов ФАНАП и Ямаха РКАП вместе с профессионалами ориентировочно 16 часов, если не будет никаких задержек. Ну, а сейчас мы приглашаем сюда для награждения победителей второго этапа чемпионата ФАНАП и Ямаха РКАП в классе любителей. Гонка, которая состоялась некоторое время ранее. И для награждения пригласить сюда людей, без которых этот чемпионат не состоялся. Официальных представителей компании ФАНАП, это Дюденко Женя и Ксения Стрелова. Давайте поприветствуем их. Да, они награждали. Тут награждение. Ну что ж, мы начинаем награждение в зачете любителей чемпионата ФАНАП и Ямаха РКАП. Напомню, это по итогам второго соревнования. Начинаем мы с класса R1. Награждение проводит Ксения Стрелок. И третье место на втором этапе в классе R1 занимает Сергей Родионов, стартовый номер 5. Давайте дождемся вот, Ксения Стрелова, да, и кубки, и шампанское, как это принято на любом. Второе место. Ей Евсеев, стартовый номер 4.
И первое место в классе R1 среди любителей занимает Даниил Козлов. Ну и сейчас как у нас состоится обливание шампанским, я прошу Ксению и Женю, сделаем общую фотографию. Я думаю, что и вам она останется, конечно. Лёху заметьте, Лёху. Давайте искупаем, ребят, ваших аплодисментов все вместе. Они, конечно, сделали все возможное для того, чтобы победить на этой прекрасной трассе. Спасибо. Теперь, дорогие друзья, рассказывать, встаньте вместе, чтобы у нас получилось еще. Кубки возьмите! Еще фотография, да, возьмите в руки кубки. Сергей Родионов, Сергей Евсеев и Даниил Козлов. Ваши аплодисменты, друзья. Огромное. Ну а теперь мы дожидаемся участников, выступающих также в классе любителей, но в свою очередь уже на мотоциклах Yamaha R6. И напомню, что это награждение только по итогам второго этапа соревнований. Награждение по итогам сезона 2014 года у нас состоится вместе с награждением класса профессионалов, выступающих в чемпионате по Анапе Yamaha RK. Итак, третье место на втором этапе соревнований Yamaha RK на мотоциклах R6 занимает Игорь Мчан, встречайте. Игорь занял первое место на первом этапе. Мы помним, что тогда заезд был с красными флагами, но мы видим, восстановиться очень здорово. Нам очень приятно видеть его вновь. Только вместе с нами. Подними ваши аплодисменты, друзья. Второе место занимает Михаил Шумилин, стартовый номер 18. Миша. И первое место у Дениса Гулина, стартовый номер 13. Поднимите кубки вверх. Это обычно делается, пока еще шампанское остается в бутылках. Есть возможность сделать прекрасные кадры. Искупайте их ваших аплодисментов. Все вместе! Ну вот, по-моему, сейчас у нас начинает создаваться праздничное настроение. И должно царить на воздух, там, где есть драйв, там, где есть настроение. Мы будем очень надеяться, что погода останется хотя бы такой, какая она есть. Ну что, ну, а я напоминаю, что впереди нас ждет еще много заездов. И заезд в классе чемпионата по Анапе Yamaha RK всех ожидает в 14:55. Мы вновь приглашаем все трибуны и на главную трибуну, на арену, которая расположена Mercedes AMG трибуна. Друзья, оставайтесь с нами, и полная информация по чемпионату по Анапе RK вы можете посмотреть на нашем сайте rk.ru либо yamaha.ru. До новых встреч с вами через некоторое время здесь же, на этой трассе. Спасибо. We'll be right back.
Итак, сейчас будет небольшая техническая пауза. И пока, кстати, и будет процедура награждения раздыки. Класс суперспорта, суперсток 600. Баннер у нас, соответственно, РКАП висит. Сейчас баннер у нас снимут, и под ним мы увидим баннер РСБК, российский супербайк International 2014. Пока, кстати, зрители могут пройти по боксам. У нас сейчас открыт питлайн, в боксах вас ждут, и так называемая автограф-сессия. Автограф-сессия, вы можете получить авто от звезд. Итак, после награждения. Пение это необходимо сделать. Итак, ждем процедуру. Окей. У Иванова, то есть парни сегодня на подиум не попадают, но тем не менее они разыграли у нас подиум по итогам сезона. Сезон достаточно длинный у нас был в классе суперспорта и супербайк, но вот такая неожиданная развязка. Итак, начинаем награждение, процедуру награждения класса Суперсток 600 на шестом этапе РСБК International 2014 года. Кстати, я забыл представить, кто у нас награждает. Награждает у нас сегодня Макс Нойкихнер, немецкий гонщик, звезда вот супербайка, участник MotoGP, у нас немецкий кольцевик. Итак, третье место в классе Суперсток 600 завоевал Алексей Воскобойник, стартовый номер 11, город Королев, Московская область. Давайте похлопаем Алексею, и он придет. Давайте его позовем. Алексей! Как на Новый год. Он мне еле берет микрофон, поэтому я вот так стою здесь. В такой позе. Итак, вот он, Алексей Воскобойник. Второе место завоевал Павел Фомичев. Седьмой номер Павел Фомичев, Москва. И победитель у нас Роман Ерохин. 25-й стартовый Роман Ерохин, Фрязино. Итак, Макс Нойкихнер награждает Алексея Воскобойника, бронзового призера финального этапа РСБК класс Суперсток 600. Давайте похлопаем Алексея. Итак, серебряный призер этапа Павел Фомичев, Москва, стартовый номер 7. И победитель этапа Роман Ерохин, стартовый 25, Рязино, Московская губерния. Ну и теперь шампанское и аплодисменты. Роман Ерохин, Павел Фомичев, Алексей Воскобойник. Шампанского не избежать, нам спрятаться некуда.
Итак, фотосессия. Ребята фотографируются на высшей ступеньке подиума. Вот сейчас, собственно говоря, можно прогуляться по питлайн, получить автограф. Лина ждет рестартная процедура класса Супербайк из 100 тысяч. Итак, у нас осталось награждение суперспорта, ребята. И одни и те же самые гонщики у нас. На третье место приглашается Алексей Сойник. По второму у нас чисто суперспорты самоустранили. Второе место Павел Фомичев. И первое место Роман Ерохин. Еще по одному кубку. Ребята, еще по одному кубку заработали. И поднялись в зачеты как из тока, так и спорта. Итак, возвращаемся. Итак, за третье место в классе суперспорта Разбекей Интернешнл 2014 награждается Алексей Воскобойник, город Караул. За второе место награждается Павел Фомичев, Москва. И победитель Роман Ерохин, 25-й номер Роман Ерохин, Фрязино. Ну и аплодисменты Роман Ерохин, Павел Фомичев, Алексей Воскобойник. Расходимся еще, у нас еще женский зачет. Ну, в этом классе у нас женский зачет был представлен лидером спортивного клуба «Matrix Racing» Москва Мария Медведева. Приглашаем Машу Медведеву, к сожалению, не удалось увидеть клетчатый флаг, но тем не менее она быстрее всех у нас в женском зачете. Итак, Мария Медведева, «Matrix Racing». Аплодисменты Маше, ну не повезло, вылет. У нас, ну что, бывает и такое. Итак, Макс, мой Киркер. Кейт приз Марии Медведева. Аплодисменты Маше. Она чемпионка уже трехкратная женского зачета RSBK International. Итак, теперь мы закончили первую процедуру. Встретимся после заезда в супербайке.